Дима. Ты на канале Zalimas Games, и мы продолжаем с тобой играть Зиг Зомби в городе. У нас сегодня будет локация площадь, да, мы собрали четверых персонажей. Это у нас медсестра, заключенный, торговец оружейного магазина и священник. Ну что, а тебя лайк, подписочка на канал, комментируй и, конечно же, нажимай на колокольчик, приятного тебе просмотра, пошли дальше. Все-таки мы собираем и пытаемся выбраться с этого города. Что же дальше нас ожидает? Я даже не знаю. Но здесь царит полный хаос. Смотри, зомби, да? Да по-любому зомби. Да, опять идут. Сейчас по деловой. В очках и шел толстый. Костюмчики. Ванька. Пошли дальше. Ой, ой, со всех сторон идут. Чувак, я тебе помогу. Да что ты берешься топором, блин? Давай, да с тобой рубай, я там знаю, где есть автомат, я брал тебе. Ой, ой, чуть меня не зажал. Так. Слушай, ну... Блин, это, конечно, хорошо, что мы тогда их расстрелим, но я хотел бы, конечно, себе немножко пополнять патроны. Кстати, священник какой-то вообще никакой. Дробовик и мини-узи. Да, не густо. Ладно, смотри, у него есть какая-то катана. Давай будем катаны рубать наших зомбарей. Подожди. А, нет, это что, мы взрываемся? Бля, сколько их? Чувак, я тебе помогу! Бля, как я его... Слушай, а тебе взрывы вот это идут? Подожди. Вот это. Ооо, нифига себе! Да, это взрывы были. Чуваки. Так, о, чёрт, бля, как мы их положили уже. Поможем. Так, списненько послушаем наших героев. Гаси, гаси его! Сейчас как же он трахнет. О! Отлично. Глянь, сколько их здесь. Это просто ужас какой-то. Бью все! Слушай, мне патроны заканчиваются. Чувак, я тебе помогу, подожди, сейчас давай убьем вот этих вот наших зомбарей и я тебя спасу. Так, давай вылечим. Слушай, а может быть... Да, спортсмен какая-то. Давай переключимся на кого-то. Вот, точно, мы переключимся на заключенного. У него тут дубина есть хорошая. Так, ребята, вы так все бежите, бежите, а может быть что-то у вас здесь есть, да? Вот, ну, блин, аптечки есть. Может, припасы где-то, нельзя быстренько так бегать. Надо все еще собирать что-то. Так, отлично. Побежали дальше. Так, мы пробираемся через центральную площадь, да? Бля, Санта-Клаус бежит. Дайте Санту завалить. Я думаю, там Санту первого года не будет. Так, у нас был фермер какой-то. Птичка, птичка мне не нужна. Мне патроны нужны. Гранаты, например. Вот кого-то здесь. Какой ужас. Что же произошло? Неужели правда какой-то вирус?
Но кто во всем этом замешан? Бля, как священник послает. Нифига себе. Бля, вот это я понимаю, игрушка. Жестокие ребята. Так. Ой, чё здесь так, ребята? Чё бьёмся мне? Я ведь нельзя, я хороший. Слушай, если тебе понравилась эта игрушка, ставь, пожалуйста, лайк. Поддержи канал подписочкой. Буду очень благодарен. Всё? Готово? Чё, реально всех завалили? Ну, мы просто с тобой красавцы. Да? Так, ну а подожди, куда мы идти должны дальше? А, вот. Следующая локация. Так, локации будут небольшие, в принципе, будем по 5, максимум, может быть, 6 локаций будем проходить и заканчивать сею. Игрушка недолгая, гля, это какие-то военные грузовики. О, вот эта тачка классная. Чёрт, военные, гля, сколько их. Ой, какие жирные. Ну, военные же сильные ребята. Да-да, только теперь они зомби. Гля, сколько его послают на нож, чтобы его убить. Нифига себе. О, сейчас священника завалят. Бля, какой толстый, здоровый такой, чё такие большие? Блин, чё, почему нельзя сесть на грузовик вот с этим пулеметом и поехать дальше? О, смотри, граната. О, граната это хорошо. Так, больше тут ничего нету. Слушай, ну я даже не знаю, это какая-то же, это же не город, это мы за городом даже, да? Может, мы выбрались все-таки? О, черт, сколько их много! Так, по одному подходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там был целый зомбик. Это, конечно, опасно, да. Очень нужно смотреть внимательно, потому что если взрывной зомбик подбежит ко мне и завалит всех четверых, ну что ж, тогда игра закончена. Ох ты мой, чё это там такое? Карантин! А чё это было? Чё шандрахнуло здесь? Понял? Так, пошли-ка отсюда! Чё-то опасно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бля, сколько их вылетело! А! Больно! Ай, не трогайте меня! Убьём всех! Так, самое главное, взрывного нету! Короче, я экономлю патроны. Я не знаю, что меня будет ожидать дальше. Так, аптечечка. Так, чё стоим? Смотрите, ребята, вот же зомбик стоит ещё. Бей его, бей! Так, мини-узи, да? И у меня ещё есть топор. Кстати, да, Новина, давай-ка мы с тобой поработаем топором. Отрубаем головы. Так, сейчас по-любому за трейлером. Мы чёрт, тихо. Накалят. Накосите его, блин. Слушай, это какие-то бандиты, я не знаю. Ну... Это против меня, это уже люди. Нет, мы объединимся вместе. Да достал ты! Я чё тут каждого лечить буду? А воевать когда будем? Бля, ну сопротивляется. Так, на наш револьвер. Может быть это такой магнум, я не знаю. Вон, бежит. Ля-ля. Ой. Пошел вон. Мы отправимся. Бежит. Давай, иди сюда. Готов. Так, ну там еще он бежит.
Че, не нравится, да? Ну да, один на один, все, слабаки вы. Я сильнее. Так, что у них тут есть? О, бля, в шашки играют. Или шахматы. Так, рация с карты какая-то. Ну, блин, жалко, что нельзя ничего взять. Палатки. Топор есть. Мы управимся, справимся. Что-то не заметил. Готово. Так, магнум, конечно, закончились патроны, да? Плохо. Очень-очень плохо. Так, тут у нас аптечки. Давай подлечимся чуть-чуть. И пошли дальше. О, смотри, эмочка, да? Да, М-16. Гасите, гасите их, ребята. Гасите. Чё, вас окружают, сзади, ребята, давай не гасите его быстрее. Я помогу, вот так вот. Ну, блин, всю работу делаю я, понимаешь, блин, какие-то мои... Получай! О, черт, у меня с дробошака гасит! Ну все, у меня М-16. Ну, ребята, вы попали. Слушай, ну так это лагерь. Ой, я думаю, там сейчас, да, за трейлером очень будет много. О, это зомби! Так, ну, давай на зомби я, наверное, да, вот, буду махаться. Вот это, электронный. Ой, черт, ну, что такое? Знаете, кто там? Меня. Так, давай, вот так. Всех на себя. Ай. Так, еще чуть-чуть. Давай. Бля, что сделали? Слушай. Блин, гля, сколько зомби. Конца края нету. Вышка. Вот. Бля, попробую на магнум. Кстати, хорошо. На магнум. Есть только, конечно, один маленький минус. Патроны очень быстро у нас заканчиваются. Ну, зомби очень много. Что делать? Смотри. Хе-хе. Че, не нравится, да? Решил тут заныкаться. О, гля, три гранаты есть. Нифига себе. Вот. Это он тут заныкался. Я его нашел. Так, а может, тут кто-то есть? Тут военный идет. Гля, какой-то здоровый. Кабан. Сейчас я тебя топором. Иди сюда. Давай. Ребята, гаси его. Отлично. Ой, это подствольный гранатомет. Нифига себе. Гасите вы его, чё вы, блин, стоите? Вы чё стоите? Давайте, бейте его! Может, у них... Ну, блин, я не знаю, может, у них патроны уже заканчиваются, да? Кстати, ну давай посмотрим. Да нет, вооружены все. До зубов. Всё есть. Но они атакуют почему-то. Слушай, ну... Зато взял гранатомёт. 8 выстрелов есть. Так, и чё дальше? Иди через мост? Походу, да. Ладненько, пошли через мост. Мы управимся, справимся. Чё? Гаси! Чё? Жрать. Хедшоты.
Слушай, глянь, так за пулемет так стал и любого встречаю, так ду-ду-ду-ду-ду. Да блин, нифига! Блин, мне только магнум остался, да, и гранатомет. Я не хочу все тратить. Так, калашик, да? Вот это К-47. Слушай, там ничего нет у нас. На маяке. Нету. Слушай, корабль, да, весь уже потонул. Блин, вот туда, да, попасть бы как-то. Но я думаю, там ничего нету. Слушай, а что это такое? Это какое-то... Я не знаю. Атомная станция? Завод? Что это такое? Кстати, обратите внимание, какая локация здоровая, большая, да? Готово? Чё? А, ну, зомби стоят. Так, давай топор. О, чё, тихо. Взрывной зомби, да. Понял? Там взрывной зомби есть. Бля, сейчас подожди. Бля, как шандрахнуло. Да сзади вы что делаете? Так, я вас всех на ноль умножу, блин. Вы что делаете? Блин, вообще не защищаются. Так, а там у нас какие-то ворота есть. Я тут зайти не могу. Мы должны зайти вот сюда, да? Так, здесь никого. Чё, у нас за танком? Да, за танком кто-то есть, да. Так, давай я сейчас быстренько перезаряжусь. Слушай, глянь мне сколько жизни, 58, мне бы аптечку, да, вот, ну, хотелось бы, конечно. Но, к сожалению, пока что не дается. О, не-не-не-не, ребята, отходим. Жесть. Эй. Гля, эй. Каждого жизни мало столько. 29, 58, 37. Эй. Так, надо бы лечиться, слушай. Ой, блин. Да что ж вы так стреляете, блин? Кстати, а вот когда я поднимаю, да, вот, в принципе, восстанавливаются все 100% жизни, да? Конечно, не очень. Так, давай, наверное, я не знаю, кем повоюем. Ну ладно, давай. Да, блин, сколько вас там ходят? Так, а сколько вас здесь? Двое? Ребята, гаси! Во, молодцы. Слушай, отлично, справились. Так, и что у нас с тобой? Мы должны зайти вот сюда, да? Я так бы сюда не хотел, конечно, заходить. К сожалению, здесь больше ничего нету. Ладненько, заходим. Я хотел просто, может быть, найти аптечку там, да? Вот гранаты, как мы находили только что недавно. Твою мать! Бля, что тут творится? Сейчас завалят их всех к чертям собачьим. Ребята, защищайтесь! Так, одного завалили. О-о-о. Слушай, я его только вылечил, он опять уже упал. Ну, блин, старый уже, понимаешь, у деда сил-то нету. Хе-хе-хе, защищаться как... Да, у меня молодого. Чё у нас там? Всё разрушено. Ой, блин, я даже не знаю. Подожди, ну... Да, это какая-то электростанция, точно. Атомная, наверное, ещё. Блин, так тут может радиация. Мне тут опасно находиться, как ты думаешь?
Что, что, что? Так вот же ж, блин! Оу, щит! Оу, щит! Сколько их здесь налетело, гля! Да, блин, священник, что ты делаешь? Сзади же тебя нападают! Да вот, гасите вы его! Чего вы стоите на него смотрите? Ой, какой ужас! Какой ужас! Кстати, этого бы... Нормально. Патронов что-то нету. Да вот этого загасим. О, есть. А это что стоит? Хе-хе-хе-хе. Думал, я тебя не вижу. Слушай. Там аптечки, да? Блин, вещь хорошая. Так, вот этот аптек. Слушай, тут аптечки есть. Эй! Так, кому из вас аптечки надо? Пошли, берем. Ой, как-то мало, эй. Блин. Эй! Ладно, давай дедом поиграем пока что. Так, давай все-таки вот... Да, вот тех двоих еще завалим. Бежать. Бля, какая толстая идет. Еле ноги двигает. Блин. Эй. Так, священник. Давай священником берем птички. Три птички созрал. Только на священника, нифига себе. Ну, блин, тут я думаю, что нужно, да, вот только самому главному герою. Ну, кем я буду играть, только лечиться. Все остальное, не подходит. Так, следующая партия зомби. Так, взрывные есть? Я спрашиваю, взрывные из вас есть? Вроде бы, так нету. Ой, да, бежал. Я сильнее всех. Где-то там, по-моему, кувалда есть. Ну, давай. О, нифига себе. Да чё вы не защищаетесь, алё? О, блин. Так, давай. Поднимаем. Оу, щит. Кстати, глянь, сколько их взрывных. Хорош, взорвалось. Так, а теперь давай побегаем, посмотрим. Может быть, что-то здесь есть, да? Есть, конечно. Да, вот, гранатометик. Вещь хорошая. Так, гранаты пошли. Слушай, да тут надо все бегать, да, осматривать. Потому что надо насобирать как много больше оружия. Зомби еще ладно, да, вот можно с ними там драться, там, без оружия. Ну... Кроме, конечно, взрывных, а вот со стреляющими противниками, да, вот бандитами. Ну, к сожалению, тут придется очень много воевать. Так, это у нас трупы валяются, да? О-о-о. Как ужасно все. Слушай, самолет. О, черт, дедовы разорвались. Ой. Эй.
Слушай, я думаю, что 4 героя это уже будут, ну скажем так, на постоянно. То есть больше уже героев мы с тобой не найдем, к сожалению. Но, видишь, зато как классно. Зато они помогают друг другу. Дорога с ямами. Ужасно. Какой ужас. Да сзади иду, что вы, блин, делаете? Таких здоровые. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, а чё пастор делал? Я чё-то не понял. Дробовиком его буцал, что ли? Блин, у него же катана есть! Ты чё делаешь, чувак? Как дать тебе по башке? Блин, неправильно все делает. Да, много не настреляешь. Слушай, я только сейчас заметил, что в городе их было намного меньше. А здесь просто все кишит ими. Ты посмотри, сколько мы их убиваем. Они все идут и идут. Я думаю, что с каждым уровнем их все будет больше и больше. Привет, Санта! Я был хорошим мальчиком. Но ты плохо себя ведешь. Давайте поможем. О, бля, патроны, да? А взять не могу. Ну что ж, ребят? Да че это взрывается, эй? Ой, ой. Идемте отсюда подальше. Что-то взрывается здесь? Может быть, трупы взрываются? Кстати, да, там Санты были. Значит, Санты тоже взрываются. Ну, блин. Карантин. Ну, блин, карантин карантином, конечно. Ну, опасно, конечно, все это. Давай, следующая локация. Мы заходим вроде бы в атомную электростанцию. Прямо внутрь. И это, конечно, очень плохо. Да. Это плохо, потому что у нас есть тут взрывные в комбинезонах зомбики, которые называются. Так, давай тихонечко заходим. Может быть, никто меня не услышит? Да, конечно, услышат. Ну, блин, ну а что делать? Чувак, откуда у вас тут взялось? Это я думаю, или... Да, это какой-то зомби. Я его вижу. Там Бези. Я его взорвал. Не, ну, реально лучше так взорвать, чем он подбежит ко мне, да, и шандарахнет возле меня. О, еще один чувак, блин, ну я тебе же не помогу никак. Чёрт!
Да в голову надо бить, что ты делаешь, священник? Эй! Кошмар. Какой ужас. Так, по одному. Ой, да сколько тебе надо махать? Эй, ты чё? Как военный тяжелый был. Раза 6 махнул у него, слушай, а он идет на меня. Я просто в шоке. Я же не знаю, кто из них взрывается. Слушай, ну блин, это был не взрывной зомби. Ну, реально, это был какой-то строитель. Но он взорвался. И теперь я уже даже не знаю, что от них ожидать. От каждого. Так, давай сейчас быстренько посмотрим. Может быть, что-то перезарядимся, потому что... Бывает. Надо. Что, не понимаю. Они как смерти? Бессмертные. Че, зайти не можете? Походу да. А ну давай посмотрим, зайдет или не зайдет. Да не пролезет. Да нет, вы проходите каким-то образом. Вот же крест. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Блин, там взрывной был. Что делаете, ребята? Типа, думал, я его не замечу. Блин, подает. Вот объясните мне, пожалуйста, каким образом ты видел? Это был настоящий человек среди зомби! Как такое возможно? Давай сейчас мы с ним еще поиграем. Я думаю, что в принципе ну, неплохо так вот, да, вот. Так, это у нас священник, да? Мы неплохо с тобой проходим. Я думаю, что сейчас мы пройдем вот эту еще одну локацию и сделаем паузу. Да, я говорил, что игрушка, конечно, очень классная. Все, я понял.
Эх, все приходится делать самому. Какой ужас. Все хотят отведать моего мяска. Может, я несъедобный? Ля-ля-ля, идет, идет. Слушай, какие здоровые, блин, что такие бессмертные? Так, а что у нас там дальше? Слушай, а патроны это заканчиваются даже у моих героев, которые собирают. Слушай, я, наверное, буду играть одним игроком, серьезно. Ну, если они так вот патроны тратят налево-направо, что мне делать? Решил постоять? Отдохнуть? О, пошли, пошли. Команда такая пошла сразу. Три человека. Блин, я не могу понять, почему мои вот, не знаю, не отвечают. Гасите их, вы что делаете? Я что, за вас должен сражаться? Нет, ты посмотри, что. Бегают и смотрят просто на меня, как я бью зомбиков. О! Медсестра решила все-таки, да, вставить свой пистолет. Слушай, ну вообще патронов нету здесь, я не знаю. Пусто. Воу-воу-воу, черт. Смотри, там у нас вооруженные чуваки. До свидания. Я же вижу тебя. Тихо. Окружай их, ребята! Готов. Так, давай, револьвер возьмем. Понять, каким образом вот да и зубы. Ой, черт, куда я побежал? Блин, тут очень много. Ой, сейчас тестовые их завалят всех. Так, быстрее, 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 быстрее. Слушай, ну, немножко валят они даже, да? Так, давай я, значит, одним пока буду играть, я не буду переключаться. Я понимаю, что у них тоже патроны заканчиваются, но что поделать? Нет, а нужнее, я же лучше буду стрелять. И меч, ну, буду попадать очень хорошо. А вот они, конечно, бывают, иногда мажут, ну, не знаю. Слушай, там что-то есть, да, по-любому? Да мы, наверное, туда идем. Мы пойдем, пойдем. Да помогайте вы мне, что вы делаете? Короче, пусть убегают. Я тебе казаны зарубаю просто, вот видишь, на тебе. Слушай, у меня на главном герое патроны закончились. Ну почти. Да блин, взрывной же бежит, что вы делаете? Вот балбесы. Не хотят воевать никак. Все приходится делать самому.
Книжка. Взял. Что еще есть? Че? Все? Больше ничего нету? Да ну! Вы че? Блин, все так мало. Смотри. О, я даже не знаю, что это такое. Кот, идем под землю. Бункер, что ли? Ладненько, пошли, зайдем сюда уже. Слушай, ну да, это какой-то бункер. Ладненько, давай, наверное, тогда мы будем заканчивать с тобой, да? Всех зомби в городе. Бля, сколько их здесь, нифига себе. Давай, значит, заканчиваем на этом прохождение Зиг-зомби в городе. С тобой был Зомби Макс Геймс. Если тебе понравилась эта игрушка и хочешь узнать, что же будет дальше, как мы будем проходить эту игру, выживут ли наши главные герои, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй и, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока!